Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Алена Алексеева, автор проекта «Территория диалога». И мы встречаемся в рубрике «Время позитива». Сразу оговорюсь, что мы снимаем в полевых условиях, находясь на Черноморском побережье, поэтому все посторонние звуки – это просто жизнь, которая вокруг нас. Да, на планете Земля есть еще люди, кроме нас. Ну и по традиции я все-таки представлю мою коллегу, замечательная Полина Сухова, психолог, регрессолог, астропсихолог, руководитель Центра эриксоновского гипноза «Лотос». Эксперт позитивного мышления, просто замечательнейшая женщина. Всех приветствую, дорогие друзья, да, и мы с вами сегодня в очередной раз. Подожди секундочку, я сейчас все-таки хочу сказать нашим зрителям о том, что мы в прошлый раз говорили об ожиданиях, и мы сейчас просто разорвем ваши ожидания тем, что сделаем этот ролик максимально коротким. Пытаемся, по крайней мере. Так, у нас безвыходное дело, у нас садится камера. Я выдала все секреты, нарушила интригу. Так, хорошо, все, сразу к делу. Давай, коротко, что мы там в прошлой части? Мы в прошлый раз говорили об ожиданиях и давали вам... Точнее, не так, мы говорили о формуле счастья, и о главной составляющей и критерии этой формулы – это об ожиданиях. И как правильно реагировать, как правильно договариваться, и что, собственно, нужно делать. Если помните, давали вам домашние задания. Поэтому сейчас мы просто продолжим, а кто выполнял, он сразу может посмотреть, как у него получилось, что не получилось. Мы расскажем, как... Вот расскажи сама. Как грамотно, как правильно озвучивать свои ожидания, свои чувства и эмоции близкому человеку, не близкому, без разницы. В общем, любому человеку есть уже формула, есть определенная схема, по которой, если вы будете просто разговаривать, помните, главное разговаривать с людьми, у вас будет все получаться. Сразу формула. Это новая формула? Да, еще и точно никто не знает. Ну, как сказать, никто не знает вот в этой серии передач наших. Нет, я имею в виду, что у нас в прошлый раз была формула счастья, сейчас формула что? Формула, как озвучивать свои ожидания людям. Да. Ты хочешь, чтобы я опять спросила компоненты этой формулы? Нет, не надо, я сейчас тебе расскажу, у нас схема есть. Расскажи просто, да, как правильно давать... Начинаешь пора, озвучивать свои ожидания уже сразу, да, потому что я сама вспоминала, думаю, чтобы не упустить чего-то там очень важного и нужного. Значит, записывайте, друзья мои, что там должно быть. Первое. Во-первых, нужно всегда поблагодарить человека. То есть, например, вот как мы говорили, там вам чего-то вы ожидали, должны были купить, а человек не купил, и вы в расстроенных чувствах. Вы в буквальном смысле начинаете с того, я тебя люблю. А дальше, сейчас, подождите, шпаргалку свою, чтобы все было правильно, чтобы я там ничего... У нас, кстати, есть, мы дадим ссылочку внизу, значит, где найти эту целую статью, и там у вас все написано. Значит, вы должны в первую очередь сказать, я тебя люблю. Ну да, это подстройка и настрой, ну как... Люблю, благодарю, важно? Люблю, да. И, то есть... Люблю, это как, знаете, такая вот, ну, подстелить соломочку, чтобы человек не закрылся. Дальше вы описываете свои чувства. То есть, в буквальном смысле, описание своих чувств. Например, я... Уточню просто, да? Это правильно я поняла? Это вот это «я» высказывание? То есть, я чувствую, когда ты вот это, я чувствую вот это. Да, да, вы проговариваете все искренне, что у вас происходит внутри. То есть, вы не накапливаете. Помните, говорить, важно все донести. То есть, вы говорите, я... Например, сержусь и огорчаюсь, или там начинаю дуться, мне становится грустно, обидно, когда я вижу вот эту ситуацию. Да. То есть дальше идет описание. То есть сначала идет описание ваших чувств, вот прям описание чувств, стрелочка, описание ситуации, вы описываете ситуацию. Дальше идет, значит, вот, допустим, когда я вижу, что там ты не покупаешь мне то, что я прошу, да, мое желание, вот оно не осуществилось, не воплотилась жизнь, не выполнена. Пожалуйста, да, просьба на будущее. То есть, да, пожалуйста, в будущий раз вы напоминаете, что ему нужно сделать. Помните о том, что много-много раз надо повторить вот эту вот заветную фразу, чтобы человека там сформировалась новая нейронная связь. Спокойно к этому относимся. Да? А дальше такое внушение. Я знаю, что ты у меня просто забыл.
То есть не внушение, а это внушение у нас чуть позже. То есть вы как бы оправдываете человека, и он не уходит в позицию защиты. Я знаю, что ты просто забыл. Я знаю, что ты вот хотел, ну там как это. Не он должен это делать. По идее, если в защиту уходит человек, он оправдывается. Ну как обычно бывает, да, что-то происходит. И, ой, ты такой-сякой, ты не сделал это, ты не сделал это, ты мне обещал это, а не сделал. Ну и дальше да, там тра-та-та. Да. А, кстати, еще даже это бывает, как альтернатива. Не выяснили действительно причину, а там на самом деле может быть реально. Ну, действительно, уважительная причина, потому что поэтому вы, человек. Да, вы заранее как бы за человека говорите, вы его оправдали. Ну, то есть презумпция невиновности. Да. Полный рост. Да. И это, вы знаете, вот так налаживает отношения, человек у него уходит в защиту, он да, я в следующий раз. То есть, если вы хотите реально, чтобы он вам это принес, и он сам начинает уже тогда вам говорить, да, то есть, да, я все выполню, все будет очень хорошо. Ну, в психологии это называется «я высказываю». То есть вы говорите о своих каких-то чувствах, да, и при этом не накладываете никакой вины на вашего партнера. Ну и, соответственно, дальше вы такое внушение на будущее. Ты же мне так внимательный. Спасибо тебе. Друзья мои, это схема. Вот. После этих слов партнеру ничего другого не останется, как бы, как оправдать ваши ожидания. Да. Вот, собственно говоря, вся схема. Иди, еще вот один пример, у меня здесь классный. Сейчас вот прям маленький, чтобы... И все, действительно, мы закончим. Значит, женщина, это был реальный случай, когда был такой вот сбор в лесу, какой-то там, я не помню, собиралась какая-то группа, тоже они знают эти упражнения, это тренинг, это какая-то часть, и она, значит, знает это упражнение, значит, все собрались у костра, ей не хватило места, она пришла и начала дуться. Она ожидала места, она не получила его. А потом она вспомнила упражнение. И она говорит, то есть о своих чувствах. Ребята, кстати, очень хорошо включать, особенно женщинам, это ребенка. Угу. Да? Девочку. Да, девочку. Да. Ребята, так обиделась. Ну, она проиграла это. Я так обиделась. Ой, я вот хотела сесть, у меня не получилось. А можно мне у костра? Да, конечно же, иди сюда, родная. Ее посадили, обняли, и, в общем, все посмеялись. То есть вывести ее на смех, на юмор, на вот эту какую-то игру, да, то есть внутри оставаться совершенно спокойно, но внешне можно даже проиграть вот эту девочку. Ну, главное классно. Внутри, да, вот остаться внутри. Да. Внутри спокойствие, а внешне мы проговариваем. Все, оно разрешилось. Вот этого накопления нет, претензия, как бы, она растворяется. Абсолютно. Да, вы чисты, светлы, позитивны, и, соответственно, партнер ваш тут же отвечает вам на такое взаимодействие с вами. Это качественный контакт. Вот, ну, давай подведем итог сегодняшней инструкции. Значит, пункт первый. Когда вы хотите сказать о своих ожиданиях. То есть пункт первый, вы говорите, я тебя люблю. То есть первое принятие. Да? Да. Пункт номер два. Вы говорите о себе, о своих чувствах, которые вы ощутили, осознали в тот момент, когда случилось то, что случилось, и вам эта ситуация не очень приятна. Если вы это в игровой форме это сделаете, надумайте специально вот так, то есть проиграть эту ситуацию, это выйдет в юмор, это вообще вот высший пилотаж. Кстати, пришла идея в дальнейшем. Как поговорить об архетипах немножечко, и как включать вот этот в данном случае архетип девочки на пользу развития отношений. Да. Дальше у нас идет описание ситуации, то есть на что вы, собственно, обиделись, да. И прошу в будущем просьба на будущее. А ты мне куклу не купил. Да, там бриллиант, где мои? А вот то коричка с бриллиантом. Кому бриллианты, а кому сметану 20% жирности забыли купить. Просьба на будущее и, соответственно, вы ресурсное внушение. Ты у меня хороший, заботливый, внимательный. Я в тебя верю. Это вы растите крылья партнера. Это для женщины так вот позиционировать себя и вообще такое поведение, это очень важно. И если женщина такая будет рядом с любым мужчиной, то поверьте мне, во-первых, это таких мало, для таких женщин мужчина готов сделать все на свете. То есть он все кинет вашим ногам и никогда не посмотрит на сторону, тем более там куда-то даже уютать что-то. То есть будете кататься как сыр. Жить в счастье. И на этой ноте мы желаем вам жить в счастье, растить крылья партнеру, растить крылья самим себе, летать, пребывать в позитивном настроении, быть любимыми. А с вами, как обычно, Полина Сухова. Алена Алексеева.
Мы всех вас любим, благодарим комментариям, лайкам. И, соответственно, если вы поделитесь этим роликом, мы будем очень благодарны. Всех вас любим. До новых встреч. Пока-пока. Всех благ.